За будущее, потому что надо уже наконец прийти к решительным действиям. Пора менять страну. Сегодня очень важный день. Очень много говорил во время моей предвыборной кампании. Честно, уже очень сильно устал. Но будущее победит. Я в этом абсолютно уверен. Смотрите, вы аккуратнее. Ну почему? Не, ну Коломойский говорит, можно в интернете общаться, а ты прийти в Донецкой республике, а мне поизучать нельзя, что он общается. А вы слушаете все эти сны? А, вот это что, Михайлович? Здравствуйте. Все нормально? Да. Да. У вас есть документ, закон про выборы депутатов Украины. Вот найдите, тем более, что вы понимаете. Сейчас, когда мы балуем тем, что у нас есть...